Madguna sutimatrena mai sarvo guhasaye Manogati ravichinna jatha gangambaso ambadu Lakshanam bhakti yogasso nirgunasyo hi udahritam Ahetukya bryavarita ya bhakti hi purushottame Madguna sutimatrena Mai sarvo guhasaye manogati ravichinna jatha gangambas ambadhau lakshanam bhakti yogasya nirgunasya hi udahritam ahetukya pratihata ya bhakti hi purushottame. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что материалисты могут говорить вам много материальных вещей. Они могут обсуждать различные материальные темы с вами. Вы не сможете их остановить, но постарайтесь оставаться безразличным к этому. Постарайтесь быть на расстоянии от этого. И если ваша цель четко зафиксирована, чистая преданность, однонаправленная преданность, тогда никаких сложностей, никаких проблем не возникнет на пути вашего баджана. Шлока, с которой я начал, очень важна. Капилджи Махарадж произнес ее в разговоре с мамой Девахути. Тайна тайн. Несколько дней назад я говорил о том, что Ямарадж Махарадж говорит своим слугам: для того, чтобы обрести амриту, нектар, вы должны что-то отдать, вы должны пострадать за это. Страдать в настоящем, чтобы получить это в будущем. Я понимаю, что это очень сложно, но вы должны делать это. В противном случае вы потеряете эту жизнь, и она не увенчается успехом. Вы должны четко, твердо решить, что эту жизнь я не могу потратить впустую. Если я потеряю ее, потрачу ее впустую, что будет со мной в следующей жизни, никто не знает. Бхагаван Капилджи Махарадж говорит своей маме: «Тайна всех тайн — это я». Я — это секрет секретов, тайна тайн. Услышав о моей славе из нектарной Харикатхи, когда ваш ум, подобно потокам Ганги, которые нисходят с Гималаев, спускаясь ниже, 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 никто не может остановить ее потока. Подобно водам Ганги, которая бежит к океану. Никто не может остановить ее. Поэтому Капилджи Махарадж приводит этот пример, чтобы дать нам ясное понимание того, что есть настоящее безостановочное памятование о Господе. Необходимо взрастить себе это настроение так, чтобы не было перерывов в вашем уме, никаких остановок, когда вы погружаетесь в майю. То есть имеется в виду, когда вы обсуждаете какие-то материальные темы. О, Махарадж, извините, я погрузился в майю, но я на самом деле не хотел вас ослушаться, но так получилось. Все это глупости. Друва означает зафиксированный. То есть это санскритское слово означает сфокусированный. И точно так же ум ваш, ваша цель должны быть четко зафиксированы, так, чтобы ум ваш бежал к цели, и не было никаких перерывов, отхождения ума от цели, от пути, с пути, ведущего к цели. Нектарный поток, харикатхи, невозможно объяснить, почему сердце ваше наполняется блаженством, слушая такую харикатху. Амрита, нектар. Там, где присутствует он, не может быть никакого неудовлетворения, никаких несчастий. И бхакти заставит, харикатха, наверное, заставит вас постоянно памятовать о Господе. Капилджа Махарадж приводит этот совершенный пример в разговоре с своей мамой. В действительности он описывает таким образом настоящая бхакти, ниргуна бхакти. Если бы Капилджа Махарадж дошел вот до этого момента, на санскрите Махарадж говорит, то не было бы полным это объяснение. В санскрите со санскритскими терминами нужно быть очень внимательными. Итак, Капилджа Махарадж приводит пример беспричинной бхакти. Для чего мы совершаем бхакти? Для того, чтобы обрести еще больше бхакти. Оно беспричинно, имеется в виду, оно не преследует никаких корыстных целей. Бхакти бежит по направлению к Пурушоттаму. Я уже говорил о том, что необходимо взрастить эту бхаву, это чувство, эмоцию, как в Шримад Бхагаватам сказано. Постарайтесь быть очень внимательными сейчас. то, о чем говорит Капилджи Махарадж, мы можем в больших деталях понять на примере этой шлоки. Когда вы начинаете слушать Апракрита Харикатху, нектарную Харикатху из лотосных уст чистого преданного, могущественного преданного, того, кто может привести бхакти внутрь вашего сердца. В этом случае, если какие-то анартхи присутствуют в вашем сердце, абадра, как они называются в этом стихе, абадра означает анартхи. И анартхи от этого процесса уйдут постепенно. Сердце ваше очистится от всех анартх очень легко с помощью этого процесса, с помощью харикатхи. Примерно год назад я объясняла эту шлоку. Чем больше вы очищаете свое сердце, с помощью харикатхи, чем больше вы слушаете, тем больше ваше сердце очищается. И вы сможете увидеть очень тонкие вещи, тончайшие вещи. Сейчас вы видите грубые вещи этого материального мира. Женщин, мужчин, красивых женщин, красивых мужчин и так далее. Но когда сила ваших глаз станет тонкой, вы сможете видеть тонкие вещи. Куда бы вы ни смотрели, за всем этим будет стоять Шукшмадаршан. И это возможно только лишь для чистых Шри-гуру и вайшнавов. Для обычных людей это невозможно. Как, допустим, моя мама в детстве наносила мне на глаза каджал, то есть этот черный порошок. Для чего? Потому что для этого зрение, то есть с помощью этого зрение улучшается. Человек может видеть лучше, замечая малейшие детали. Куда бы вы ни смотрели, не старайтесь применить свое настроение выгоды. Это самое опасное, это настроение выгоды, стремление извлечь для себя какую-то выгоду. Прабхупад говорит, я не могу изменить настроение двух преданных. Бхактиранджана, Джагатбанду. Он отдал много-много вещей Прабхупаде, пожертвовал, наверное. И второй, тот, кто сделал, создал, кто построил Йогапит, Шри Мандир, прослушал имя. И Прабхупад говорит, что я изо всех сил старался, но, тем не менее, они до сих пор не очистили свое сердце. Они, эти личности, на самом деле, представители нашей Гуру Варги. Мы говорим об этом не для того, чтобы критиковать их. Рано или поздно они обрели бхакти, потому что Прабхупад ответственен за их развитие. Кто может остановить их развитие? В таком случае никто. И Прабхупад дал им один прекрасный титул в связи с этим. На санскрите сетария звучит так. Сетярия. Шешт. Бизнесмены, то есть... То есть имя переводится как бизнесмен, самый выдающийся бизнесмен. Если вы будете слушать от всего сердца, 100% анартхи уйдут из вашего сердца очень легко. Если же вы слушаете не от сердца, то есть не сердцем слушаете, какие гарантии я могу вам дать? То есть вы не стараетесь, не делаете усилий, чтобы изменить свое сердце, как я вам могу помочь. Сейчас ваше тело, сейчас мое тело, не ваше, так что вы можете им распоряжаться. Я могу задействовать ваш ум, тело для служения Шри Кришне, и это есть Кришна Бхакти. Чайтанья Махапрабху говорит Санатне: «Твое тело — это мое тело, я могу использовать его для Кришна Севы». Кто ты такой, чтобы совершать самоубийство? Ты уже отдал мне свое сердце. Твое тело — это мое тело. Если ты пойдешь в ад, я вынужден пойти за тобой, чтобы защитить тебя. Если ты отправишься в ад, ты увидишь меня там же. Это наши настоящие взаимоотношения между вами и мной, наши любовные взаимоотношения. Внешние люди не смогут этого понять, не смогут этого увидеть, это невозможно для них. Постарайтесь понять этот момент. Капилджа Махарадж дает определение Ниргуна Бхакти. Сейчас я постараюсь это объяснить с помощью Шримад Бхагаватам. И затем мы сможем перейти к Рай Раманада Самвад. В этой, имеется в виду в объяснении этого. Сможем понять, что сказано в Шримад Бхагаватам очень ясно. В Рай Раманада Самвад, простите. Вчера я говорил о ништхе. Твердое основание бхакти необходимо обрести. Вчера я не смог вспомнить до конца эту шлоку, сейчас я вспомнил. Сейчас я хочу дать ей трактовку на основе того, что говорят Шрила Прабхупад, Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж и так далее. Вы уже поняли, что такое анархия. Когда так называемый преданный старается совершать Бхагават-севу, подразумевается Гранта Бхагаватам, служение Гранта Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, Писанием. Второе — это Бхакта Бхагавати, имеется в виду преданному Господу. Бхагавата Севая может, то есть, имеет два значения это слово. Бхакта Бхагавата и Бхагавата Бхагават. У вас нет ясного понимания Бхагаватам сейчас. Вы сможете понять его только с помощью второго, то есть только с помощью преданного. Преданный может открыть вам Шримад Бхагаватам. Они не отличные. Но тем не менее, Бхакта Бхагавата предстает передо мной для того, чтобы объяснить ясно, что содержится в Шримад Бхагаватам. По Сиддханте это они едины, это идентичная татва, но тем не менее они обретают разную форму. Один обретает форму преданного, то есть он обретает форму преданного, и второе его проявление — это Шримад Бхагаватам, книга, Писание. И в процессе слушания ваша анархия полностью уходит, но, как вчера я приводил пример, кашая. Допустим, кто-то жует листья бетеля и плюет. Вы хотите помыть это место, но ничего не отмывается. То есть оно почти очищено, но пятна остались, потому что цвет впитался в землю. И вот это наш случай, когда какие-то анархии еще остаются. У нас не будет ясного понимания без помощи Бхагавата, Бхакта Бхагавата. Преданный может открыть для нас Шримад Бхагаватам, открыть все секреты. На самом деле они не отличны. Но Бхакта Бхагавата предстает передо мной, чтобы ясно объяснить, что находится в Бхагаватам, потому что Бхагаватам — это сам Кришна. Поэтому они едины по татве. Когда вы будете служить Бхакта Бхагавате, большинство ваших анартх уйдет. Сейчас я хочу перейти к шлоке Раса Лила. Позднее, может быть, я расскажу в деталях, но сейчас просто коснемся этого момента. Разве может человек, полный анартх, слушать Раса-лилу? Это полностью запрещено. Как говорит Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, глупцы, как это возможно? Я могу очень ясно сказать на его книгах пример этого. Бхактивинод Тхакур говорит, что когда есть какое-то смешение преданных, Можно идти до определенного момента, но не дальше, как когда есть чистые преданные. Когда есть собрание, где собрались преданные с одним настроением, как пример с Махапрабху. Верховный Господь. Никто не может его победить, только према бхакты. Господь говорит, что я продан своим преданным, я под руководством своих преданных. Когда Махапрабху оставляет... То есть он постоянно всей своей жизнью показывает нам примеры. Когда он оставляет семейную жизнь, вы можете в читании Бхагавате читать, в общем-то, высочайший пример. Когда Махапрабху изучал Писание как студент, как ученик, это тоже высочайший пример, то есть ярчайший пример. Нигде подобного не найти. Это то, к чему необходимо стремиться. Всей своей жизнью он показывает совершенство. Таким образом, Верховный Господь учит нас, как обрести вкус Мадхура расы, Паракия расы. О Рай Рамананда Самвад. Сейчас мы говорим о Рай Рамананда Самвад. И то, о чем говорил Рай Рамананда Самвад, Махапрабху наслаждался этим в Гамбире. И только лишь Рай Рамананда, Саруб Дамадар имели доступ к этому. Говинда присутствовал там, но до определенной степени он на самом деле знал только, как организовать служение Махапрабху, как организовать прасадам и так далее. Когда кто-то смеялся, он тоже смеялся за компанию. У него спрашивали, ты что смеешься? А я, говорит, не знаю, все смеются, я смеюсь. То есть у него была главная цель в совершенстве служить Махапрабху. Когда Гауранга Махапрабху совершал Санкиртана расу, она не отлична от этой расы, о которой мы сейчас говорим, возвышенной расы Радхи Кришны, наверное, но мы не можем этого понять. То есть это, на самом деле, вриндаванская раса, но он испытывал, наслаждался ей в доме Шриваса Пандита. Дверь была закрыта, и посторонним не было разрешено входить внутрь. Все посторонние чужаки, не разрешалось им заходить. Теща Шриваса Пандита хотела войти, но ее обнаружили и выгнали. Шукламбар Брахмачари совершал много аскез, но Махапрабху не позволил ему принять участие в киртане Расалила. И он был разгневан, Махапрабху был разгневан. Ты что думаешь, если ты молочко одно пьешь, ты можешь меня познать, ты можешь петь вместе с нами? Демоны тоже совершают много тапаси и аскез. Хираньякашипу, Хираньякша, Равана. Все они совершали аскезы. Никакие полубоги риши, муни не могут совершать аскезы такого порядка. Ни в будущем, ни в прошлом, ни в настоящем никто не может такие аскезы совершать. Но, тем не менее, они не обрели бхакти. Нет никакой гарантии, что с помощью этого вы обретете гарантии. Поэтому не вовлекайтесь в совершение аскез. Постарайтесь быть сосредоточенными на служении. Прабхупад очень часто цитировал эту шлоку. Тот, кто не испытывает глубокой привязанности видя все в отношении с Шри Кришной, его привязанность Верховный Господь, это Машлока, дает гарантию, что Найштика Бхакти можно обрести с помощью служения. Прабхупад говорит об этом, Шрила Бхакти Прагьякешва Госвами Махарадж. Все они тут не идет речь. То есть тут говорится, что те, чьи сердца полны анартх, могут считать Расалилу. То есть это полная глупость. Это подтверждение, это доказательство того, что я сейчас говорю. В Шримад Бхагаватам я могу процитировать еще одну шлоку. Прежде всего, это шлока. И следующая шлока. Когда ваша наштика бхакти, ништха, проявится в вашем сердце, не будет никакой ни раджа, тама, гуны в вашем сердце. Так гарантированно, что не останется места для нее там, для них. Even can Rajatama Bhava already there in the form of anartha contamination and also Kamo Lova, even can be there. Сердце полно камы, радхи, камы, тамы, гуны, тамы, камы. Те, кто понимает санскрит, могут понять там детали малейшие. Если какое-то осквернение присутствует в сердце, естественным образом будете испытывать каму лобха, адаю и так далее. Но когда сердце будет очищено, ничто из вышеперечисленного не сможет там остаться. Никакие нечистоты. Сердце ваше не будет осквернено даже малейшим прикосновением этих грязных вещей. И что же произойдет дальше? Сердце ваше наполнится саттвой, чистой саттвой. Я сейчас говорю не о материальной оскверненной саттве, которая относится к этому миру. Я говорю о шудда-саттве. Когда вы станете стабильными в саттва-гуне, ваше сердце будет полностью удовлетворено. Оно возможно лишь тогда, когда вы обретете чистое преданное служение. Если нет бхакти, вы не сможете обрести удовлетворение. Это речь идет не о материальном удовлетворении. Вы обретете стабильность вашего сердца с шудда-саттвой. И она будет приносить вам бесконечное счастье, беспрерывное счастье. Когда сердце ваше будет полностью удовлетворено, постепенно вы обретете уровень удовлетворения. В самом начале я говорил о том, что материальные люди могут говорить вам, обсуждать свои материальные темы, но старайтесь быть равнодушными к этому. Все, что угодно материалисты могут обсуждать. Вы не можете остановить их. Но у вас есть право оставаться к этому безразличным, в стороне от этого. Не касаться этого. И если цель ваша зафиксирована, при любых обстоятельствах вы не измените вашу решимость. Когда ум ваш обретет эту стабильность, благодаря ништхе, вы очень легко обретете Бхагават-таттва-видьяну. Вы избежите, таким образом вы избавитесь от привязанности к материальным вещам и очень быстро разовьете привязанность к Господу и непрерывной харикатхе. Сегодня, если останется время, я в деталях расскажу о Ручи и Рати. Бхаве. Когда сердце ничем не осквернено, до того момента, пока присутствуют какие-то материальные концепции в вашем сердце, вы никогда не сможете почувствовать полного удовлетворения. Артха, анартха, артха, наслаждение. Когда вы хотите что-то получить, обрести, артха не означает только деньги. Имеется в виду что-нибудь, что вы хотите использовать в своем наслаждении, для своего наслаждения. То есть, приложив какие-то усилия, вы ожидаете что-то получить для своего удовлетворения. Это называется артха. Речь идет не только о деньгах. когда сердце ваше не осквернено никакой материи, тогда и только тогда возможно то бхакти, о котором говорил свыше. Как восход солнца. Вы можете взрастить такого рода, можете взрастить отречение. То есть отречение от материального и привязанность к Господу. То есть это естественный процесс. Если вы развиваете отречение от материального, естественным образом у вас проявляется привязанность к Господу. И наоборот, если вы привязаны к материи, значит, это способствует вашему отвращению от Господа. В Бхагавадгите говорится, постепенно мои преданные познают таттву обо мне, говорит Господь. Это постепенный процесс, с помощью которого вы можете обрести все. Если вы будете нарушать правила и предписания, это очень опасно для вас, для вашей жизни. Как я уже говорил, что есть вещи, которые необходимо хранить в тайне. Допустим, ваш гуру дает вам какую-то особую милость. Вы, допустим, совершаете хороший баджан, и гуру и вайшнавы вам что-то дают, как что-то особенное. И в этом случае, то есть может что-то присниться, или когда вы будете повторять Харинам, вы можете что-то испытать, что-то почувствовать, но вы не должны никому говорить об этом. Наротам Такур прямо Бхакти Чандрике, в одном из своих киртанов он пишет, вы обязаны читать вообще прямо Бхакти Чандрику. Говорится, что никто без этого писания не сможет обрести совершенства. Будучи преданными Гаудиями, это наша обязанность изучать это писание. Все прямо Бхакти Чандрика. Наш Народам Дас Такур говорит, я могу совершать свой баджан секретным образом, когда какие-то особые вещи проявляются, я никому не должен говорить об этом. Я не могу идти на рынок и раздавать всем, о, посмотрите на меня все, я то есть преданный, у которого есть према, наверное, или бхава. Да не дешевые вещи. То есть вот эти вещи, которые приходят в баджане, это высочайшее сокровище. И зачем же вы будете открывать свое сердце, в котором это хранится, обычным людям, мирским людям? В то время как Махапрабху учит нас. Когда мы будем говорить о Нилачала Махапрабху, я смогу вам привести четкие доказательства. И Прабхупад также, как Махапрабху, когда он говорил на берегу Радхакунды, если кто-то... То есть у него экстатические чувства возникали, когда он говорил, то есть речь его прерывалась, слезы текли, пот проступал, различные виды, тряслось тело, различные проявления экстаза. Все это очень сокровенно, и нельзя открывать это другим людям. Поэтому Джоэл Госвами пишет в своих стандартах, предупреждает нас. Если вы понимаете легкий, простой санскрит, вы сможете понять и эту шлоку. По милости Гурудева, по милости Бхагавана, вы получите прасад, что означает крипу. Вы совершаете садану, приближаясь, стараясь приблизиться к цели. Сарвасабхутам — это высочайший секрет, высочайшая тайна. И любая разновидность этой тайны, то есть, имеется в виду, ничто, абсолютно ничто об этой тайне, тайне не должно быть открыто посторонним людям. Шримад Бхагаватам то же самое объясняется. Как бы Джоэл Госвами говорит то же самое, что сказано в Шримад Бхагаватам. В 8 главе, 8 песне этот стих. Когда Вишну явился, предстал перед Адити, он был удовлетворен ее аскезами, тем, что она пила одно лишь молоко. Вишну говорит матери полубогов: «О, Адити, если кто-то будет спрашивать об этих вещах тайных, никому не открывай этого, не говори. И если какие-то преданные получат особую милость, бесконечную милость от гуру и вайшнавов, в таком случае он или она не должен открывать эту милость, потому что, то есть то, что он получит с помощью этой милости, потому что это опасно, он может потерять этого, лишиться этого. О, Деви, если кто-то спросит тебя об этом, не пытайся объяснить им. Даже полубоги не смогут понять. Это настолько высокая тайна. Потому что, когда эти секретные вещи появляются в вашей жизни, нужно держать их под... также не разглашая. Только в таком случае ты сможешь получить результаты этого. Если хранить это секретным образом, тогда вы получите результаты, и никак иначе не говорить никому. То есть Господь говорит, что я даю тебе, то, что я даю тебе, даже полубоги не смогут понять. Это то, что было дано ей. Таким образом, если вы получаете Рагануга Бхакти, вы не должны идти на рынок и всем провозглашать, что какой вы великий, что вы можете со всеми поделиться. Однажды я отправился в Нрисимхапали, чтобы помолиться за одного преданного, и там один старый преданный со своей семьей направился ко мне предложить свои поклоны. Я сказал: «О, Махарадж, я сейчас совершаю парикрама, чтобы я молюсь о милости здесь». И этот преданный попросил меня: «Пожалуйста, объясните мне одну шлоку из Бхагаватам. Я слушал вашу Харикатху, я не могу понять». Я пару минут объяснял. Там говорится, он спрашивает, почему семейные люди и друзья Кришны не совсем понятно. Якобы друзья, на самом деле враги. А почему говорится, что члены вашей семьи на самом деле ваши враги? Потому что они, говорится там, что заберут они все у вас. Вы сейчас думаете, вот в чем суть. Вы думаете, что сын ваш, это ваш сын, он наслаждается вами, вашими деньгами, ваша жена также наслаждается вашим имуществом, ваши дочери, ваши друзья. Кто на самом деле ваши друзья? В материальном мире нет друзей. Нет настоящей дружбы в материальном мире. У всех свои собственные интересы. Если нет открытого интереса, заинтересованности, все равно как что-то в этом есть, какая-то примесь корысти. Когда я слышу, что кто-то говорит, что кто-то открывает какие-то благотворительные центры, я могу доказать вам, что на самом деле это не бескорыстно, что только лишь что-то за этим стоит, какие-то цели. Я могу вам доказать, что только лишь Гаудия Матх — это благотворительная организация, потому что с помощью того, что вам дает эта организация, что вы сможете обрести с помощью Гаудия Матха, никто не сможет у вас забрать, никто не может лишить вас этого. Кто-то совершает, кто-то вот food for life, то есть пища жизни, еще разные, много-много разные. Кто вы такие? Кришна дает пищу абсолютно всем. Если подсчитаете, сколько людей. То есть вот я что, работаю? То есть имеется в виду, я зарабатываю деньги? Нет. Но у меня всегда есть просад, и Кришна всегда всем дает пищу. Сколько, подсчитайте только сколько, бесконечное количество дживатм в этом мире, и у всех у них есть еда. Даже капля воды. То есть есть птичка, очень маленькая по своей природе, которая пьет особую воду. И она плачет: «О, Кришна, я хочу водички, хочу водички». И то есть у нее очень-очень маленький рот. Она очень крошечных размеров. И постарайтесь понять милость Кришны, что Он ее сопровождает той особой водой. То есть Он изобрел листочек, наверное. Кришна, в общем, открывает свой рот, и Кришна дает ей с помощью листочка, наверное, какого-то особого растения, она получает эту воду. Я не смогла в точности перевести, но это пример для того, чтобы понять, насколько Кришна добр, что он предусмотрел мельчайшие детали. И мы не можем понять Крипу Гуру и Вайшнав. Если бы мы это поняли, то мы бы рыдали от этого, если мы не бессердечные. Можем даже не представить, насколько милостив Господь, Гуру и Вайшнавы. И таким образом, весь материальный мир хочет вас использовать. Поэтому я ему говорю, что ваше тело, ваши деньги, все принадлежит мне, потому что вы мне уже сказали: Махарадж, все ваше, все ваше. А вы знаете, потому что Махарадж никогда у вас ничего не возьмет, поэтому вы это и говорите. А если бы вы знали, что я у вас все заберу, никогда бы такого не сказали. Я знаю, вы очень умные. Рагхунатх дас Госвами Пад говорит: в этом материальном мире, если вы испытываете какую-то каму, кротху, вы должны будете плакать, кричать, обращаться к именам Гуру Варги: «О, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, о, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, пожалуйста, спасите, спасите меня, Рупа Санатан, я тону». Anyway, try to understand. Kale vadhya hanne ahamiti bhakavid pattapagane kuru tvam putkaran avati sa yatha tvam mana ito. You try to cry. When you are going to be defeated, you have tremendous karma. Когда кама ваша бесконечная погрузит вас в себя, то есть вы не сможете совершать больше баджан, вы должны взывать к посланникам Шри Кришны, к Бакари, к тому, кто убил Бакасуру. Те, кто Баладев Видипашан, Рупа Госвами Пад. Сейчас люди пытаются бегать за своей собственной пратишкой, за своей собственной славой, не стараясь защитить интересы сампрадая. Но Рагхунатх Госвами Пад говорит, что все эти посланники Бакари, защитники Бхакти Марга, речь идет о Бхактивинода Такуре, Прабхупаде, Дживе Госвами Паде, Кеше Госвами Махараджи. Все они защитники. Насколько сильно Кеше Госвами Махарадж протестовал, когда какой-то раз Абхаз, Сиданта, Виродхи происходили, Кеше Госвами Махарадж был подобен льву. Единственная обязанность ачарья — защитить сидханту, сокровище сампрадая. Не так, чтобы да пусть что хотят, то делать, я же вайшнав, мне нужно быть смиренным, не должен ничего говорить, возражать им. Это не есть проявление вайшнавских качеств. Таким образом, когда кама завоевывают вас. Вы не можете себя больше защитить, не можете слушать Харикатху. То есть почему это происходит? Если вы не слушаете с полным вниманием, кто может защитить вас? Поэтому я и говорил вчера. Жизнь за жизнью. Если вы будете совершать Шраван Киртан, вы можете не достигнуть баджан прямо, потому что такие личности, их баджан несовершенен, они не пытаются изменить себя. Я когда говорю что-то, вы говорите: «О, я стараюсь, Махарадж, я стараюсь». Если вы стараетесь, почему вы не успешны на этом пути? Почему успех к вам не приходит? И что же это у вас за попытки такие, за старания? Все это ложное, значит. Если вы вообще стараетесь, тогда вы получите духовную помощь. Никаких аргументов, никаких оправданий не хочу слышать. Это не работает все. Если вы стараетесь, вы получите силу от Гуру Варги. И вам не интересно слушать о чистой таттва-вигьяне. Когда вы совершенным образом будете совершать Шраван Киртан, это станет Сваруп Лакшаной, то есть Татаства Лакшану никто не может понять. Те, кто очень экспертны, могут понять. Према может развиться в сердце. И в Гите: я знаю, что вы глупцы, хотите забыть о Гите, то есть выбросить ее, потому что это Махарадж, это нечто внешнее. Если вы не поймете Бхагавад-гиту, вы никогда не сможете установиться в Рагануга-Рупануга Баджане. В Гите Бхагаван предупреждает. То есть вы говорите, оправдываетесь, что я стараюсь, Махарадж, у меня не получается. Но суть в том, что у вас нет интереса обрести чистую, слушать о чистой таттве. Когда вы будете совершать Шраван Киртан совершенным образом, произойдет, то есть, когда постоянно будет происходить Навагана Садаручих, то есть это станет Сваруп Таттха Лакшана. Очень сложно понять, только те, кто сведущие, могут понять ее, но никто иной. В Бхагавад-гите, я знаю, вы настолько глупы, что вы говорите постоянно: Бхагавад-гита — это нечто внешнее. Но если вы будете ее игнорировать, вы никогда не установитесь, твердость не обретете в садхана баджане. Бхагаван предупреждает в гите. Шестая глава, 5 шлока. Постарайтесь помочь сами себе. На английском также говорится: Господь помогает тем, кто помогает себе сами. Раньше в кровать, раньше вставать. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Англичане говорят, раньше кровать, раньше вставать. Это не, то есть там поговорка еще говорится, что чем разумный человек, чем раньше он ложится. И Махарадж говорит, что это не значит, что если вы будете ложиться спать, автоматически вы станете разумным. Если рано ложитесь спать. То есть это последствие применимо ко всем, не только к детям. Если вы встаете рано, до рассвета солнца, тогда вы можете совершать баджан. Гурупад Падма говорил: «Баба, ты даже не можешь рано встать утром, что ж мне делать с тобой? Даже такие элементарные вещи ты не можешь делать, а хочешь начать раганога баджан. Глупец». Постарайся помочь себе сам и не старайся себя обмануть. Атма — это ваш друг. Когда вы действуете положительно по отношению к атме, она действует как друг. Когда вы действуете благотворно по отношению к атме, она также добра к вам. Она становится врагом, когда вы действуете неправильно. Я постоянно повторяю это шлоку. Так вы получили информацию о том, как защитить себя на пути баджана. Сейчас перейдем к Рай Рамананда Самват. Я объяснял, начиная с шанта-расы, заканчивая затем различные расы, прежде чем понять саки-расу. Дайси раз, шанта раз мы уже обсудили. Прежде вчера я говорила о Дайси расе. До этого шанта раса. Сейчас мы подходим к саки расе. Но прежде этого мы должны ясно понять о том, что есть ручи, према, ништха. Не то чтобы у нас основные знания должны быть об этом, мы должны быть очень ясно понимать. Если у вас поверхностное и основное понимание, лишь вы не сможете продвигаться дальше. Ручи означает вкус. Когда у вас желтуха, если кто-то заболел желтухой, нет у него вкуса, то есть ему не нравится сладкий вкус, конфеты, сахар. А также я слышал, что те, у кого коронавирус, те не ощущают никакого вкуса. Пропадает вкус, ощущение запаха. Но ручи — это вкус. Когда у вас есть сильный вкус прославлять Верховного Господа. Это становится для вас гораздо более интересным, чем разговоры на мирские темы. Вспомните, что Рагунат Госвами сказал, что Махапрабху сказал Рагунат Госвами, наши обсуждения, они широкие, так чтобы я мог приводить все примеры различные. Махапрабху дает, говорит заключительные слова в разговоре с Рагунатой Махапрабху, с Рагунатой Прабху. Не говори на материальные темы и не слушай материальные разговоры. И старайся раздобыть вкусную пищу. Бхогу, прасад. Не старайся одеваться в роскошные одежды, носить роскошные одежды. Если мы, преданные, будем носить какие-то прекрасные одежды, использовать косметику особую, тогда определенно у нас не разовьется вкус к бхакти. Мы просто потратим свое время на приобретение всех этих вещей и на наряжение нашего тела. О, Махарадж, вы же не шкинчина, то... Как вы говорите, ваше то, что принадлежит вам, на самом деле принадлежит мне. Из-за материальных разговоров вы тратите, теряете свой вкус к духовному. Постоянно старайтесь совершать Харинама Санкиртану. Джаганананда Пандит говорит, те, кто приняли отречение, для них предписано не гоняться за деньгами, позицией и так далее. Что же они должны делать? Махапрабху говорит, Джагананда Пандит прямо в Виварте говорит, что обязанности вайрагии того, кто принял отречение, воспевать славу Кришны, главная обязанность, иногда на щетках, иногда через харикатху. Симптом вайраги — то, что они постоянно стараются воспевать славу Господа. Они так, что они ходят и просят разные вкусные вещи от дома к дому. Не так, что они запасаются вещами. Вот сейчас коронавирус, все запасаются, опасаясь того, что ничего будет есть. Вы можете меня проверить, у меня ничего нет, никаких запасов. Таким образом, вы почувствуете, что вкус вас пропадает, когда вы погружаетесь в материальные разговоры. И наоборот, когда вы погружаетесь в духовное, развиваетесь на духовном пути, вкус к материальным разговорам, материальным вещам пропадает. Вкус Господа можно разделить на два вида, на две части. Первое — это особый интерес, к 9 процессам преданного служения. So this, suppose you like to hear Harikatha, like you are going to speak Harikatha. Допустим, вам нравится слушать Харикатху или говорить Харикатху. Не совсем это понятно, потому что следующее после ручи идет асакти. Это несовершенный перевод, это то есть на английский очень сложно перевести, санскритские понятия, но я стараюсь. Асакти означает привязанность. Когда вкус к служению Господа развивается, становится зрелым, Господь становится единственным объектом вашей жизни, центром жизни. У вас нет второго центра. Махапрабху говорит Мат Прананата Шикшаштакам. И таким образом такая интенсивность в практике, это как путеводная нить, то есть двигатель. При любых обстоятельствах вы не сможете поменять свое настроение, когда вы обретете ручья, асакти. Прошу прощения, когда вы обретете асакти. Любовное служение Господу, интерес к Нему взращивается день за днем на уровне асакти. Если никто не заинтересован в том, чтобы занять пост истинного проповедника Нишкинчина Бхакты, тогда кто же будет это делать? Кто же займет его? Обманщики? То есть наша миссия — отстаивать чистое Бхакти. Господь проявляется в сердце, так как будто бы Он напротив, прямо перед вами стоит. То есть на уровне асакти ты преданно чувствует, получает даршину Господа иногда во сне, иногда, наверное, просто чувствует. То есть для преданного очень важно поворачивать свой ум в сторону Господа. И как только вы обретете асакти, вы почувствуете спонтанную, автоматическую привязанность Господа, влечение, постоянное влечение. Любые проблемы могут прийти в вашу жизнь, но это не, они, вы не ощутите проблем. Или у вас, то есть, или вы можете оказаться в настоящих проблемах, но вы не потеряете свою стабильность. Вы будете постоянно погружены в мысли о Верховном Господе. Привязанность ваших к Бхагавану будет настолько сильна, что никто не сможет нарушить вашу связь, лишить вас сладости этих отношений. Потому что мирские темы, мирские вещи становятся узами, которые сковывают обусловленную душу. Шакти, ручи, затем бхава. На этом уровне все материальное уже кажется бесполезным. Прабхупада Сарасвати говорит, я объяснял эту штуку. Кайвалья Бхакти, то есть я не хочу даже говорить об этом. Это бесполезность, сварга, рай, все материальные богатства этого мира. Все это просто бесполезно. Сварга, Матр, Патал, Видашапура. Все ваши органы чувств погружают вас в проблемы, создают вам проблемы. Они действуют как змеи, но на уровне сакти. Они подобны змеям без зубов. Когда змея лишена зубов, нет никаких проблем в ней, то есть никакой опасности от нее. С ней можно играться, делать все, что угодно. Она не может укусить, потому что она лишена яда. То есть все проблемы решены, когда вы достигнете этого уровня. Даже пост Индры будет казаться бесполезным, пост Брахмы. Пост Брахмы. И вы обнаружите, что весь мир полон блаженства. Вишвампурна Сукхаяте. Повсюду любовь. Потому что истинный саду видит весь мир как членов своей семьи. Истинный саду не делает никаких различий из Бразилии или кто-то, или из Америки, Италии, Германии. Это абсолютно не важно для него. Он видит всех как членов своей семьи. Видит любовную связь между всеми людьми. Таково настроение саду. Насколько мягко сердце чистого преданного, насколько полно любви. Это очень сложно понять, прочувствовать. Для него весь мир полон блаженства, не видит никаких проблем. Это произойдет тогда, когда вы, произойдет и с вами, когда вы получите полную милость Нитянанды, Гауранги, Рада Говинды. Это произойдет с вашей жизнью. Я не могу вас заставить понять это, потому что никакая философия, никакой, то есть ничто не может вам не заставит вас прочувствовать то, о чем я сейчас говорю, потому что, как сказал Махарадж Вишну, это лишь по милости. После асакти приходит бхава. И что же есть бхава? Бхава. выше объяснений. Бхава — это асакти, смешанная с ручи, или, другими словами, спонтанный вкус. Сердце ваше становится мягким, ум, эго на уровень нулевой спускается, вы будете в постоянном настроении тринада пи. И также, то есть, ложное эго, оно уходит, то есть его не остается, оно спускается на нулевой уровень. Смирение приходит. Рагунат дас Госай. Его характеризует Кришнадас Кауиш Госвами как его эго. То есть отсюда ты говоришь, что у него нет ложного эго. И такое у вас появляется настроение, что сердце плавится. И это из бхава. Из-за сваруб шакти, крепа. Внутренняя потенция, антаранга шакти, дает крипа, наверное. Когда это произойдет с вами, с вашим сердцем, в этом случае это будет сравнимо с солнцем, когда солнце прямо восходит. То есть постепенно солнце восходит. Сначала появляются первые лучи, солнце, то есть небо обретает особые цвета от красного до золотого, и только потом восходит солнце. Когда преданный обретает Бхаварати, Бхавабхакти, в нем проявляется 9 симптомов. Два дня назад я говорил об этом. Это серьезные вещи. Это научные объяснения, так чтобы... То есть никто не сможет ввести его в заблуждение. Это то, что дано в шастрах, если вы будете знать об этом. То есть те, кто обретут бхаву, автоматически 100% обретут эти 9 качеств, проявлений, состояний. Махапрабху хочет, чтобы все очень ясно это поняли, очень подробно он говорит об этом. Когда Бхаварати снисходит, сердце ваше плавится. Сурья, солнце, прямо восходит. И в это время вы не сможете стерпеть ни секунды потраченного времени. Вы хотите постоянно, он или она, постоянно быть вовлеченными в баджан. Я видел в своей жизни таких преданных, я очень удачлив. Они постоянно совершают баджан. Матаджи, если говорит о какой-то Матаджи Махарадж, она уже оставила тело. И мы должны постоянно пытаться получить пыль с их лотосных стоп. По милости гуру и вайшнавов они обрели высшее положение. Это непостижимо. То есть вы не сможете снести ни секунды потраченного времени, когда вы достигнете такого состояния, такого уровня. И также проявится отречение. И проявится спокойствие, серьезность, сосредоточенность. И если что-то вас что-то произойдет, что должно вывести вас из себя, из спокоя, например, вот кровь пошла из руки, из пальца, вы сразу, это вас будоражит, то есть выводит из себя, из спокойного состояния. И никакого такого состояния, то есть этого не будет. Если вы чувствуете вот эту взбудораженность, вы можете лишиться баджана, настроения баджана. То есть спокойствие всегда присутствует, сопутствует такому преданному. Имеется в виду спокойное состояние. И он, такой преданный, развивает автоматическое отречение от материальных вещей. Что бы то ни было, вы можете предложить вайшнаву. Потому что у него нет ни к чему привязанности. То есть ничто не сможет его в проблему погрузить, потому что у него нет привязанности ни к чему. Несмотря на то, что в нем много прекрасных качеств, он полон прекрасных качеств. Возможно, какой-то вайшнав всем этим обладает, но в то же самое время он не обращает на них абсолютно никакого внимания. Он считает себя чем-то незначительным. Несмотря на то, что у вас могут присутствовать прекрасные качества. Например, я знаю, вы кто-то, наверное, из слушающих поэт, и вы можете написать какие-то поэтические вещи, но вы должны писать духовные поэмы. То есть как вайшнавы. Они всегда почитают, выражают почтение другим. Они обладают верой. Если Тринадапи не сопутствует мне, я не могу говорить Харикатху. То есть, если я не смиренен, я не смогу говорить истинную Харикатху. Шрипад Бхактивinoba Тиртха Госвами Махарадж написал одно письмо преданному по возрасту, схожему с этим преданным. Махарадж был столько же, сколько этому преданному. Прочитав это письмо, преданный начал плакать. Махарадж, почему вы мне такое письмо написали? Как мне вообще жить после этого? То есть суть была в том, что Махарадж выразил столько смирения в этом письме. Я также. То есть их настроение такого, что вы можете меня благословить, чтобы, пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог совершать баджан. Это не так, что он думает, что я сейчас вас всех благословлю, вы будете совершать баджан. Нет, он ждет от всех благословений. Таким образом, вот такая Тринадапи Саньясина должна присутствовать в настроении преданного. Постарайтесь прогнать гордость, ложное эго. изгнать его из себя. В жизни очень коротка, нет времени у нас. Мы играем. Игроки. Жизнь уходит, жизнь проходит, а мы играем, играемся. Преданный на этом уровне постоянно стремится воспевать киртан. И так что купите один орган и начнете петь. Это вы просто трата времени. Киртан совершайте. Если нет сладости вашего голоса, то есть голос у вас не сладок, Кришне вообще-то неинтересно. Неинтересно, хорошо вы поете или нет. Сиддхарта Госвами пел Шрила Паванжарипада. Прабхупад сказал ему петь, что он должен петь эту песню. Поэтому мы не должны внимание свое уделять внешним вещам. Иногда кто-то может петь, кто-то не только. Вот имеется в виду хорошие данные музыкальные, у кого-то нет, но Бхагаван абсолютно неинтересно это, потому что Бхагаван интересен. Интересно бхакти. Возможно, вы не можете произносить должным образом слова, как вот кто-то жаловался, что Бхагавад-гиту не можете так же воспевать, как он говорит, мы не можем произносить санскрит, но он хорошо объясняет, что Бхагавану абсолютно неинтересно это произношение. Как с истории с Махапрабху, один преданный не мог читать Бхагавад-гиту, он читать не умел. Но Махапрабху очень им заинтересовался. Все смеялись над этим человеком, но Махапрабху стал очень интересен. Он к ним подошел, сказал: Махапрабху, почему ты зачем Бхагавад-гиту повторяешь, наверное? Все над тобой смеются же. Он говорит: ну да, я просто правильно не могу произносить. А зачем ты продолжаешь это делать? А так мне гуру сказал. Гуру сказал, вот я и делаю. По наставлению гуру. Я просто делаю, как могу. И Махапрабху спрашивает: а что ж ты чувствуешь, что ты испытываешь, что ты не можешь остановиться? А тот отвечает: вот сколько я... Когда я повторяю стихи из Гиты, я очень ясно вижу, как колесница мчится к Арджуна. То есть он видит всю эту картину, происходящую на поле битвы Курукшетра, как они с Арджуной вместе с Кришной. И вот сколько я повторяю, столько я вижу очень ярко эту картину. Она очень сладостная и очень ярка. Кришна дает наставление, Арджуна слушает. И Махапрабху говорит: ты читаешь Гиту, твое чтение, оно совершенно. Твое чтение Бхагавад-гиты совершенно. Ты должен продолжать. Гуру Вайшнавы. То есть им не интересны материальные вещи, то есть имеется в виду, как вы это делаете, наверное, им интересно, что в сердце. Кто-то может сказать, что вот вы санскрит не знаете. Там произношение Махара сейчас пример. Бхагаван не обращает на это внимания, на произношение, что киртан неправильный. Имеется в виду, киртан как-то не так совершается. Произношение не так. Но, тем не менее, Бхагаван благословляет вас. Вы из стран за рубежом Индии. Но вы не должны об этом думать. Если будете так думать, это сделает вас слабыми. Думайте, что вы отсюда. Я также думаю, что вы отсюда. Имеется в виду из Индии, из Святой Дхаммы. В противном случае вы не получите этого настроения. Бхагаван, он не слепой, он настолько добр. И Гуру и Вайшнава невероятно добры. Вы слепые, не можете видеть, что Бхагаван стоит за вами, а вы что-то неправильно произносите, что-то говорите. А Бхагаван, он смеется и думает, пусть он как бы делает, как делает. Как маленький мальчик, когда не может правильно сказать, выговорить «мама», «папа». Но когда лучше у него получается, мама такая довольная, папа доволен. Как вот ребенок говорит так. Бхагаватам Прахлад Махарадж говорит, материалисты испытывают привязанность к своему ребенку. Когда он подрастает, начинает говорить, мама, папа, они так счастливы. Говорят ему, о, мой малыш, как ты замечательно говоришь. Берет его на колени, целует его. Но вы должны целовать Кришну, вы должны взращивать себе вацалия расу, родительские отношения с Кришной. Когда ребенок хорошо говорит, отец наслаждается этим. Это он так замечательно говорит. Но все это майя. Все это просто майя. Старайтесь слушать Харикатху и старайтесь ее переварить, усвоить. Не будет у вас, если не переварите, если будет у вас несварение, и будете от этого страдать. Постоянно вы должны воспевать славу святое имя, славу Господа. Это даст вам стабильность. Если физически невозможно жить во Вриндаване, нужно жить там в уме. Не старайтесь жить где-то в Италии, Германии, Австрии. Вы должны жить на Навадвипе. В уме вы должны достигнуть успеха, вы должны жить тут. В Мадхури Кадамбине это очень ярко описано Вайшнава Чакраварти Такуром. Эта бхава также называется рати. Когда бхава бхакти нисходит, мой Гуру Махарадж однажды дал мне совет. Сын мой, не старайся проповедовать прежде, совершай баджан. Если баджан твой совершенен, тебе не нужно будет ездить в западные страны, потому что западные люди придут к тебе и будут слушать, что ты будешь говорить. Пусть все бегают за этим, за деньгами, за положением, но тебе этого делать не нужно. Он привел один пример. Если есть какой-то прекрасный сад, полный цветов, ароматных цветов повсюду распространяется прекрасный аромат цветов, и пчелы автоматически привлекаются этим. Никто их не приглашает, не рассылает им приглашение, не звонит им, приходите. Они сами влекомы этими прилетают в этот сад Сарьяцана Суоте. Лотосы, розы, жасмины, прекрасные разные цветы, автоматически эти пчелы испытывают влечение. Никто не может их остановить. Они летят в поисках нектара. И мне Гуру Прабхупада объяснил, если ты хочешь совершать баджан совершенным образом, если хочешь обрести любовь к Господу, нужно совершать баджан, потому что проповедь — это автоматический фактор. То есть он произойдет как результат баджана. Проповедь произойдет как результат. И аромат преданных автоматически привлекает Кришну, потому что Кришна подобен пчеле. Кришна подобен пчеле. Расамрита Синду. Рупа Госвами говорит определение бхакти. Шри Кришна Карсани Часа. Разные преданные совершают разные уровни баджана. Находятся на разных уровнях баджана. И Кришна, черная пчела, как в Брахмарагите Радхарани говорит, она говорит: убирайся, уходи, обманщик, хочешь обмануть меня? Я знаю, ты посланник ты черная пчела, посланник. И Кришна, он влеком бхакти, как пчела. Вы можете привлечь Кришну, Кришна придет. Неважно от вашего происхождения, откуда вы. Даже в Рамайне сказано, что Господь Рамачандра встречался с Шабари, еще с какими-то низкими кастами, наверное. То есть низкорожденные люди. И мы поклоняемся таким преданным, как Лакшахира и так далее. Потому что они достигли успеха на пути бхакти, они обрели бхакти, в отличие от меня. В индийском обществе сжигают тела после смерти человека. И вот те, кто этим занимается, наверное, они считаются очень низкорожденными. Но если они обретут милость гуру и вайшнавов, как Беда, он обрел милость Нараджа и стал вайшнавом. Сейчас я о нем не могу говорить, что он никчемный человек. А речь идет о охотнике, который преобразился благодаря милости Нарада Муни. Я не должен больше называть его охотником. И также называют Лакшахиру проституткой. Мы стремимся обрести пыль с их лотосных стоп. И Шабарима также. Возможно, она с низкой касты. Но это ничего абсолютно не значит. Долго-долго Сабари ждала того времени, когда она обретет даршан Рамачандры. И Рамачандра принял севу, служение от нее. Ситарам пересекли реку и... Ну, непонятно немножко. В общем, Бхагаван очень и очень милостив. Если вы только... Если вы постараетесь постигнуть его милость, его доброту, вы не сможете. Когда Рамачандра в Южной Индии на берегу моря Махасагара, Индийского океана, Рамачандра хотел построить мост, чтобы достигнуть Ланки. Хануманджи, Махарадж, Сугрива, все помогали ему, кричали «Джай Шрирам», писали «Шрирам» на камнях. И Хануман Махарадж бросал камни на море, в море, на океан. И только, написав имя Рамачандры, камни не тонули. Даже в интернете вы можете найти, что там мост этот существует, когда Господь Рамачандра возвращался. То есть был сломан этот мост. Варунадева достиг Рамачандра берега, воспользовавшись мостом, пройдя по нему, и сломали этот мост стрелой. На этот мост видно от Шри-Ланки до Рамешварам, можно увидеть камни под водой. Можете туда отправиться и проверить, это не выдумки. Не Хануманджи Махарадж, не... А Хануман Махарадж, Сугрива, они сами построили мост по милости Кришны Рамнама. Одна маленькая белка. Белка также хотела совершать служение. Она мочила свою шерсть в океане и затем окуналась в песок, и песок прилипал к ее шерсти, и она стряхивала его в океан, в море. Господь Рамачандра увидел это и подумал, какое замечательное настроение служения. Все говорили, что ты делаешь, глупенькая. Но Рамачандра очень оценил ее служение. Он сказал, что ты совершаешь замечательное служение. Иди сюда. Взял ее на руки. Гладил ее по телу, выражая таким образом свою любовь. И с того времени на спине белки остались отпечатки от пальцев Господа Рамачандры. Такой любовью обладает Верховный Господь. Никто не может остановить меня от моего движения к лотосным стопам Верховного Господа. Такой должна быть моя решимость. Решимость обрести лотосные стопы Верховного Господа. Не растрачивайте свою энергию с полным энтузиазмом. Попытайтесь достигнуть раса премы. Nirgunasya hi udahitam ahitukya pratihata javakti purushottame madguna sutimatrena mai sarvo guhasaye manogati ravichinna jatha gangam vasambadhau lakshanam bhakti yogasya nirgunasya hi udahitam ahitukya pratihata Javakti Purushottami Vanchakalpadurvasya Kepasindhu Bhavaccha Patitanang Pavanebho Vaishnavebhyo Namo